Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю и дам свой комментарий, как и вы можете. Здравствуйте, Галина. Я уже вам обращалась раньше, и ваш ответ мне очень помог. До сих пор смотрю все ваши видео и уже несколько лет. Спасибо за то, что вы делаете. Пожалуйста. Снова вам написать меня натолкнуло видео из последних с историей про турка-нарцисса. Слушала историю, и мне становилось жутко, что так могло и пройти мое время. С моим бывшим мужем, турком, жили в Германии, двое детей, у нас две девочки. После долгой работы над собой, когда я уже поняла, что это не любовь, и что он манипулятор, просто с высшего разряда, я поняла, что у меня нет другого выбора, как подать на развод. Вот вам, кстати, история, к тем, кто боится, и у нас недавно была история, похожая очень сильно, абьюзивных отношений, вот вам пример. Мне было страшно, так как он угрожал, что уедет с детьми в Турцию и жить останется там. По закону он имеет право ехать один с ними в отпуск. Да. Если вам надоело жить по указке других, испытывать при этом чувство вины, вы разучились мечтать и вообще не знаете, чем заняться и чего хотите от жизни, хотите поднять свою самооценку и научиться наконец-то расставлять личные границы без ущерба и вреда для окружающих, тогда вам точно нужно к нам на марафон, который стартует 3 февраля. Хватит соответствовать запросам родителей, мужа, близких, окружающих и жить по их советам, пора иметь свое мнение и свои желания. А что такое эти истинные желания и как их найти? У нас будет 4 прямых эфира в закрытом аккаунте в Instagram каждый четверг в 20:00. Все эфиры всегда остаются в записи, вы можете посмотреть их гораздо позже, вернуться к ним или через какое-то время возобновить все эти знания и снова все это изучить. Также у нас будет чат в WhatsApp, собирается группа участников, которые друг друга поддерживают, обсуждается эта тема. Помимо этого, будет 7 заданий психологических техник для того, чтобы понять, что такое истинное желание, как их начать слушать, как это отделять от просто шумового мусора, который у нас в жизни вокруг происходит, начать слушать себя, любить себя, поднять себе самооценку и как расставлять личные границы. Вся информация о марафоне у меня в инфобоксе есть, моя почта, пишите просто «хочу в марафон», и я вам пришлю информацию о стоимости, условиях участия, датах, сроках. Спасибо за внимание, сейчас продолжаем просмотр. То есть этого запретить я ему не могла. Паспорта детские он спрятал, а если я их находила, начинался вынос мозга. Отдай, отдай, кто ты такая и так далее. В итоге в феврале 21 года, вот, кстати, недавно, год назад, мы все-таки развелись, но съезжать от него я все равно боялась. Я боялась, что он сделает все, чтобы мне помешать, а сил у меня моральных уже на тот момент было очень мало. Вот прям типичный нарцисс, который выкачал специально, чтобы вы и не могли уйти. В июле 21-го он, довольный, мне заявляет, что едет с детьми в Турцию в отпуск. Я спросила, насколько, сказал, 2-3 недели. Я согласилась, надеялась, что получится договориться, и это после всех его манипуляций и после всего, что он творил. То есть, как бы сама себе, да, претензии, у меня еще надежды какие-то были. Он уехал, слал мне фотографии, видео, я созванивалась с детьми, все было идеально, хорошо, но специально, естественно, по ходу он так себя вел. Проходит 3 недели, я пишу, ну что, когда вы приедете? Он отвечает, что хочет ехать обратно на машине, но с детьми одному ему будет очень тяжело. Говорит мне, приезжай сюда, вместе поедем домой. Я отказалась, у меня учеба, пропускать мне нельзя, но он купил билеты и обещал, что я улечу только к нему на 2 дня, и мы через 2 дня поедем обратно домой на машине. Я, если честно, чувствовала неладное, потому что у него никогда ничего не получается, как задумано. Здесь я остановлюсь от себя через одно место, да? Есть такие люди. Плюс в Турции всегда у него менялся характер и становился гораздо хуже. Конечно, родные стены помогают. Если в Германии он более-менее держался, а уже даже измеряла, сколько дней он в себе и сколько примерно дней ему нужно, чтобы меня довести. И примерно неделю он спокойным был, дает мне время успокоиться, а потом все заново. Вот типичный, видите, цикл. И это бесконечный круг. Цикл нарцисса, холодный душ. Вот в книжке «Таня Танк, бойся, я с тобой» там все это описано. Можете почитать, кто интересуется этим, или вот автор письма. Вот там все прям прописано. Молодец, вы молодец, что все это понимаете. Когда я переставала реагировать, то этот режим сбивался, потому что он никак не мог понять, в чем дело. В итоге у нас не оставалось ничего общего. Как-то детей забрала его сестра к себе с ночевкой. Мы остались вдвоем в квартире. Мы слова друг другу тогда не сказали, и это было ужасно. Ну да ладно. В итоге я поехала в Турцию. Проходит 2 дня. Надо уже куда-то ехать, короче. А я смотрю, что он никуда ехать не собирается. Он у меня украл документы из сумки.
поднимал руку в тот момент и так далее. Говорил каждый день, что остается тут, а если хочешь, оставайся, не хочешь, вали в Россию свою. Я говорю, как я поеду без документов и денег? Сказал, не мои проблемы, но, естественно, без детей бы я никуда и не поехала. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Я думала, это мне снится, скорее всего, куда я бегу. Убегу, если он постоянно за мной следил. Только в туалете я себя чувствовала одна. Двое детей. Я смотрела на них и думала только об одном, как бы отсюда быстрее уехать. Как мать я себя чувствовала ужасно и стыдно. Я в чем спала, в том и выходила на улицу. Заставляла себя хотя бы умываться и расчесываться. У вас была депрессия, до которой он вас довел. Это специально вот это давление было оказано, чтобы вы так себя чувствовали. И у вас не было желания, скажем так, свалить. Он специально водил меня по гостям, зная, в каком я состоянии. Но он этим наслаждался. Ну, до конца дальше вас растаптывал, унижал этими действиями. Вводил вот это состояние депрессивное. Мы приходили в гости. Я уходила в другую комнату и лежала. Было не очень, конечно, прилично, но было мне просто все равно. И он мне за это ничего не говорил. Но если уж режу хлеб не тем ножом дома, то готов был просто прибить меня и замахнуться этим же самым ножом. Я еле сдержалась, взяла другой нож и продолжила, как ни в чем не бывало, резать хлеб на завтрак. Если завтрак не в 9 утра, а в 10, это опять повод был для скандала. И это только утро, а впереди еще целый вечер. Я не знаю, как я выдержала все это. В голове был лишь план побега. Но все закончилось хорошо. Через 3 недели после его моральных издевательств, а если я пару раз ответила, то физически, он собирался один в Германию возвращаться. Я осталась с детьми у его отца. Я поняла, что это был мой шанс сбежать. У меня был мой паспорт и загран, и последние 50 евро. Я их чудом сохранила и прятала в лифчике. Телефон давали разные хорошие люди позвонить. Соседки турчанки мне давали позвонить. Вот помните, я недавно, если оно уже выходило, скорее всего, выходило, вот сегодня тоже снимала видео, говорю, обращайтесь за помощью даже к соседям. Пожалуйста. Женщина женщине все равно поможет. Так вот, тем более турчанки, здесь домашнее насилие, поверьте, девочки, только рот откройте, вам помогут соседки. По советам я ушла в полицию и написала заявление, так как в посольстве нужна была справка из полиции. Я вернулась домой к отцу, и на следующий день, уже утром, я с детьми уехала в Измир, в немецкое посольство, а через 6 дней я была в Германии с детьми. Ведь видите, все оказалось гораздо проще. Молодец. Далее женский приют, вот он. Центр помощи, я про что говорю, куда надо обращаться. Суд, адвокат, много допросов, слез, поиск квартиры, мебели, садика, всего очень много. Только вот, наверное, главный мой вопрос. Иногда я думаю, если бы еще раньше я начала с ним себя так вести и не бояться его угроз, возможно, и не было бы такой ситуации, и дети бы не получили столько стресса. Если бы я съехала от него раньше... В общем, ладно, съездил бы в отпуск спокойно, и у этого проблемы бы этой не было. Возможно, если бы я не поехала тогда в Турцию, он бы все равно в любом случае привез детей обратно. Я бы подала в суд, что в следующий раз так только на такой-то конкретный срок можно уезжать. Но я никогда не могла быть такой. Только в такой опасности я проснулась. Блин, вот прям то, что я говорю. Когда вы почувствуете страх за свою жизнь, либо жизнь детей, только тогда жертва перемыкает что-то, в голове щелкает. А сейчас я как будто даже рада, что так произошло. Не знаю, может, это плохо, это неплохо. Это вы, я знаю, почему вы рады. Вы были вот в этих оковах жертвы и не могли принимать решения. Ваша воля была подавлена, потому что он вас топтал, видите, морально, да, изводил вас, до депрессии довел. Ой, короче, все это перечислять не буду. Если бы не это, вы правильно рассуждаете, вы бы не решились на это. Вас надо было довести до этой точки. Эта пиковая точка есть у всех, не переживайте. Просто у кого-то раньше, у кого-то позже. У вас вот так произошло. Еще не совсем плохо все. Но я как будто бы ему ответила за все, что он сделал раньше. Бедные дети, от таких горе родителей. Вот я всегда говорю. Всегда, если вы в абьюзе находитесь, мамочки, блин, про детей своих думайте, хотя бы себя не любите. Вот вы в это попали, вы себя не любите на самом деле, потому что вы позволяете себе плохо обращаться. Но если вы любите своих детей, пожалуйста, понимайте, что каждый день, проведенный в такой обстановке, это нервы, стресс, проблема, психика, травма вашему ребенку. Им это не надо. Они не виноваты, что они родились у вас и вашего супруга, что вы там не можете договориться, у вас какие-то проблемы. Или не виноваты, что папа агрессор, а мама, например, жертва. Ребенок достоин лучшей, спокойной жизни. Но, блин, он несет, блин, травмы за то, что родители, горе родителей, как тут написано, так и есть. Но дети, блин, ни при чем, давайте детей не будем хотя бы травмировать.
Пусть я сейчас одна с детьми и много забот, и в планах, конечно же, поход к психотерапевту, несмотря на это, силы только растут. В таких отношениях ничего особо не делаешь, но вечно устаешь, и ничего не охота. Так потому, что он с эмоционально и энергетично высасывает. Это же типа нарцисс, они все на то и заправка идет у них. Вот и все верно. Я старалась писать очень кратко. Если решите сделать видео, буду рада. Если кому-то эта история будет полезна, спасибо за внимание. Я с удовольствием зачитала сегодня эту историю. Вот всем жертвам домашнего абьюза, насилия, кто каким-нибудь нарциссом и так далее. Пожалуйста, девочки, вот вам история. Все, как я раньше говорила. Точка кипения. Вот максимально испугаетесь за свою жизнь, тогда вас перемкнет. Но, блин, до этого можно не доводить, пожалуйста. Если у вас нет поддержки и помощи, обратитесь в центры поддержки домашнему насилию. У них есть специалисты, есть психологи, которые вам поможут. Не доводите, как говорится, до греха, пожалуйста. Можно гораздо легче с этим всем обойтись. Спасибо вам огромное за историю. Я очень рада, что у вас так закончилось. Видите, жизнь закончена. Не надо просто бояться. Он вас держал просто страхом. И все они держат только страхом. Это вся главная ставка, что жертва будет бояться, не пикнет и не пошелохнется. Все. И в этом весь секрет всех абьюзов вообще. Запугивать. Страх. Пока у тебя страх, пока ты боишься, ничего не изменится. И это касается любых сфер нашей жизни. Страх — это самое главное. И пока я боюсь, я не в прогрессе. Я в регрессе или в стагнации. А когда у меня страха нет, или я смотрю своему страху в глаза, я автоматически перестаю бояться, и тогда у меня есть повод, скажем так, время для прогресса. Я начинаю развиваться, я перестаю бояться, я такая, опа, что тут вообще происходит? А давайте-ка наведем порядок. Спасибо большое вам за историю. Я желаю вам всего лучшего. Я очень рада, что вы нашли в себе силы. Пусть ваши силы растут, и вы встретите достойного, нормального мужчину. С таким горе-опытом хлебнули вы немало. Теперь точно работу над ошибками сделаете. И будете теперь точно знать, на что обращать внимание правильно при знакомстве. Вашим деткам желаю здоровья. Вам, поверьте, если он будет давить на то, что отец, дети без отца, лучше без такого отца, лучше без никакого, чем с таким отцом, честно скажу. Зато детям спокойней. Спасибо вам большое за все. Всем желаю, чтобы у всех вас было все хорошо. Если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе, пожалуйста, под видео моя почта, пишите письмо с темой консультации. Если вам хочется так же, как анонимно, прислать свою историю, пожалуйста, пишите историю с темой письма. История для видео. А если вы хотите поучаствовать в нашем марафоне 3 февраля, пишите на почту «Хочу в марафон». Спасибо за внимание. Всем пока.